Гражданская блокада Крыма продолжается. Сегодня уже 19-й день акции. На трех административных пунктах пропуска ситуация спокойная. Подробнее расскажет Алим Абдулхаиров. Линия электропередач Мелитополь-Джанкой в аварийном состоянии. Провода находятся под напряжением. Демонтаж и замена опорных столбов должен был начаться сегодня в 9 утра. Ремонтные работы так и не начались. Аварийная служба так и не уточняет, когда именно будут проводиться ремонтные работы. Будет производиться работы по замене железобетонных опор, то, что находится сзади. Ну а в сроки, в ближайшие и в кратчайшие сроки эти работы будут выполнены. На всех трех пропускных пунктах с сегодняшнего дня начинают дежурить правоохранительные органы. Как сообщают активисты гражданской блокады Крыма, решение было принято совместно с Херсонским УМВД. В случае, если граждане, которые передвигаются через пункты пропуска, отказываются предоставлять к осмотру транспортные средства, привлекаются правоохранительные органы для того, чтобы в соответствии с законом посмотреть, что перевозит водитель транспортного средства. Гражданская блокада будет находиться, она будет находиться бессрочно на всех постах, на всех въездах в Крым. Будут дежурить правоохранительные органы. Данное решение было принято штабом гражданской блокады с участием руководства УВД Херсонской области. На пропускных пунктах Чангарка, Ланчака, Чаплынка, со слов активистов, все спокойно, провокаций нет. Алим Абдулхаиров, Олег Казыгин, Ислам Пинка, Заман, АТР.